Послушайте сказку. Уверена, такой истории вы еще не слышали. Дослушайте до конца. Вам понравится. Птица-тигрица. В одной деревне жила-была мама с повзрослевшим сыном. Жили они бедно. Парень вроде бы и не дурак, а за какое дело не возьмется, все не так, как положено выходит. Так и ходит он не при деле. А ведь уже 20-й годок шел. Однажды мама заболела, да так сильно, что даже с постели не вставала. Позвали местную знахарку. Она посмотрела маму, послушала, да и говорит. Болезнь редкая. А для исцеления редкой болезни нужно редкое яйцо редкой птицы-тигрицы. Правда, где взять эту птицу, знахарка не ведала. Делать нечего, собрался парень в дорогу. Положил в мешок кусок козьего сыра и пошел, зашагал по дороге в надежде на удачу. В полдень присел он пообедать. Достал мешок, а там пусто. В мешке дырка, а из дырки кувырком выкатилась толстая мышь. И сразу нырк в траву спряталась. Парень очень огорчился, чуть слезы на глаза не навернулись. Жалко мышке его стало. Выбежала она из травы и протянула ему зернышко. Взял парень зернышко, в рот положил, а мышка ему и говорит. Я тебе помогу. Я не простая мышь, а домовая. Слышала я, куда ты идешь, и раз съел твой сыр, то буду заботиться о тебе. Рассмеялся парень. Ладно, пойдем вместе, все веселее будет. Пошли друзья дальше. У кого не спрашивали про птицу-тигрицу, все пугались, никто дорогу показывать не пожелал. Да и к тому же на мышиной еде парень сильно худеть начал. Кожа да кости остались, что тоже не располагало к общению. Зато от голода у парня нюх обострился. Этот-то нюх и привел его к горному озеру. А рыбы в том озере было столько, что сама выпрыгивала в руки. Наловил парень рыбу, развел костер, сварил уху. Довольный и сытый лег отдохнуть. И вдруг появилась в небе птица, похожая на тигрицу. Парень за ней, украдкой, конечно. Так, сама того не ведая, привела птица его к гнезду на высокой скале. Попытался парень залезть туда, но все бесполезно. Тут рядом мышка появилась и помощь свою предложила. Забралась мышь в гнездо птицы-тигрицы, пока хозяйки не было. Сбросила оттуда яйцо. Парень поймал его внизу и, как только дождался возвращения домовой, так сразу и в обратный путь пустился. Шли они так шли, долго ли, коротко ли. Места уже знакомые стали встречаться. Совсем немного осталось до дома. И вот как-то утром разбудил парня шум. Прислушался и к ужасу своему обнаружил, что это яичная скорлупа трещит. Неужели домовая яйцо ест? А нет, мышь рядышком пискнула, тоже как завороженная на мешок с яйцом уставилась. Открыли они заветный мешок, а там птенец. Очень парень опечалился. Чуть слезы на глаза не навернулись. А домовая ему и говорит. Дети, это к счастью. Эта птица тебе еще яиц принесет. Однако птенца надо было кормить. А чем? Домовая зернышко ему предложила. А птенец в ответ на нее родимую бросился. Мышка прыг от птенца, а он за ней. Спасло только то, что домовая в кармане у парня спряталась. Птенец парня уважал с первого взгляда. За мамку его принял и стал кричать, куш спросить. Парень почесал затылок и предложил наловить мышек в поле. Домовая из кармана как запищит, заверещит. Моих сородичей погубить придумал, а еще другом называешься. Пока они так спорили, птенец сам себе наловил комаров да мух. Это немного успокоило друзей. Однако вскоре птенчик слабеть начал. Парень собрался уже мышей ловить, но домовая обратила его внимание на знакомый шум реки. А где река, там и рыбка.
И в самом деле идти долго не пришлось. Вышли они к берегу. Пока парень делал удочку, да к рыбе поближе подбирался. Птенец подпрыгнул, крыльями взмахнул пару раз, крупную рыбину за плавник подхватил, да и на берег. Одну за другой таскал птенец рыбин и ел. Друзья только успевали смотреть да дивиться. Пришлось заночевать на берегу. Тем более, что и сами проголодались. Ухи приготовили, покушали всласть, да и спать улеглись. А на утро разбудил их уже не птенец, а самая настоящая птица-тигрица. Это она от рыбы так быстро выросла. Вернулся парень в родное село. Да вот беда, едва увидели жители птицу-тигрицу, бросились на утек, все разбежались. Даже мама забыла о своей болезни и прыгнула с крыльца, и бежать, куда глаза глядят. Очень уж грозный вид та птица имела. А парень обрадовался. Мама здорова. Конечно, потом немного привыкли люди и вернулись. А мама смогла обнять своего непутевого сына. Болезнь же, однако, оставила ее навсегда. Все бы хорошо, но жить в деревне парню неудобно. Опасались люди его ручную птичку. И тогда он решил стать лекарем. И вместе с домовой и птицей-тигрицей отправился лечить людей по другим деревням. Прозвучала сказка «Птица-тигрица» из сборника Александра Калинкина «Сказки на время». Текст читала Ирина Калинкина. Сборник «Сказки на время» можно приобрести в любом русскоязычном интернет-магазине. Если вам понравилось видео, расскажите об этом в комментариях или просто поставьте лайк. Хотите послушать другие сказки? Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Каждую неделю в четверг вас ждет встреча с новой сказкой. Оставайтесь с нами. До новых встреч!